Бог в помощь, ага. Благодарю, Хатон. Мне нужно поскорее попасть на тот берег. Ради Аллаха, перевези меня. Я не могу. У меня много дел. А почему ты не идешь к лодочникам? Вон они, сидят без дела. Я здесь совсем одна, ага. Как я им доверюсь? Ты мне кажешься хорошим человеком. Аллахом заклинаю, помоги мне. Доченька, Эсману, девочка моя, посмотри, мама здесь. Умоляю, ага, помоги мне. Мой ребенок болен. Мне нужно быстрее ехать. Муж меня ждет. Хасан, сынок, собери сети и переправь женщину на другую сторону. Давай. Я к этому не имею никакого отношения. Как вам такое в голову пришло? Если бы я подозревал тебя, давно бы отрубил тебе голову, Матракчи. Никто не знает столицу лучше тебя. У тебя на каждом углу глаза и уши. Конечно, сейчас же этим займусь. Но расскажите мне все, что вы знаете. Похитителя кто-нибудь видел, как он выглядел? Рустем Паша, мы выяснили, кто этот предатель. Говори. Своими руками вырву у него из груди сердце. Игер Хатун. Одна из ваших служанок, Гюльбахар Калфа, нашла это. Говорит, это вещь не Игер Хатун. Она не могла одна это сделать. К тому же ее здесь нет. И никто не знает, где она. Ясно. Так вот, зачем она вернулась. Пару недель назад я ее встретил. Она выглядела несчастной. Я дал ей денег, устроил на ночлег. А потом она как в воду канула. Почему не сообщил? Я не думал, что она пойдет на такое. Пожалел ее. Паша, теперь не время для этого. Насука, Фенди. Деньги, Архат. Как ваши дела, госпожа? Вижу, вас что-то беспокоит. Исмахан меня тревожит. Совсем не выходит из комнаты. О, Аллах, меня ее состояние тоже печало. Верно. Ее ровесница Михримах вышла замуж и стала матерью. Но наша Шах-Султан никого не считает достойным своей дочери. Хотя она настояла, чтобы я вышла замуж. И что же с того, Хатидже? Ты с Хюсревом Пашой и не живешь толком. Вот уж правда терпеливый мужчина. Да. Прямо как Лютфи Паша. Госпожа, Хюрем Султан пожаловал. Так рано, что такое? Впустите. Госпожа, где моя внучка? Что ты говоришь, Хюрем? О чем-то я ничего не понимаю. Нигер проникла во дворец моей дочери. Это вы приказали ей украсть мою внучку. Что случилось, ага? Что здесь янычары делают? Или они подняли восстание? Типун тебе на язык. Они здесь ищут похитителя. Одна женщина ребенка украла. А сколько лет ребенку? Говорят, новорожденный. Видно, его семья очень богата. Смотри, что устроили. Ты сама слышишь, что говоришь? В чем ты меня обвиняешь? Вчера вы вместе с Хатидже Султан навещали Михримах во дворце. И что такого? Нужно у тебя разрешение просить. И какой сюрприз, госпожа? Сразу после этого мою внучку похитили. Это вы провели ее во дворец. Иначе
Она бы никак не смогла туда попасть! Госпожа. Теперь скажите, где она? Госпожа, что вы такое говорите? Лютфи Паша. Скоро полетит очень много голов. И поверьте мне, одна из этих голов может быть вашей. Хватит, Хюрем! Замолчи, наконец! Иначе ты за эти слова серьезно поплатишься! Это вам придется расплатиться, госпожа! Похищать внучку султана Сулеймана — большое преступление! Знай свое место, Хюрем! Кто ты такая, чтобы обвинять нас и допрашивать? Стража! Повелитель отдал приказ. Нигер повсюду ищут. И ее очень скоро найдут! Не сомневайтесь. Ее тело будут резать на куски, пока она не сознается, кто отдал ей этот приказ. Она заговорит. И вот тогда всем вам будет очень плохо. Всем. Всем. Я молю Всевышнего, чтобы вы не имели к этому отношения, госпожа. Я только... Рустема Пашу приказывала ей убить. Перевез женщину на другой берег. Клянусь, я не знал, кто она. Она заклинала Аллахом помочь. Я хотел сделать доброе дело. А что за ребенок был у нее? Ты ведь точно ее видел? Клянусь, у нее на руках была совсем маленькая девочка. Бедняжка плакала. Она не могла ее успокоить. Исманур, так называла ее женщина. Ее ведь так зовут? Исманур? Я говорил вам, Паша. У нее точно разум помутился. Где ты их оставил? Говори. Мой сын Хасан повез их бей. Они отправились на другой берег. Наверняка добрались уже. Если с девочкой что-нибудь случится, я убью тебя. Паша, не будем терять времени. Идем, поедешь с нами. Это моя ошибка. Это я виновата. Мне нельзя было оставлять ее одну. Она, наверное, плачет сейчас. Она же совсем крошка. Госпожа, не падайте духом. Аллах защитит ее. Ее привезут целой и невредимой. Аминь. Госпожа, госпожа, успокойтесь. Посидите немного. Не могу я сидеть, Афифа Хатун. Что ты? Матушка. Мехримах, пока новостей нет. Не бойся, ей некуда сбежать. Ее обязательно найдут. Мама, кто отдал приказ? Хатидже Султан, Шах Султан, кто? Не думай сейчас об этом. Повелитель сделает все, что нужно. Гюльфем Хатун, иди к ним и скажи. Если с головы моей дочери упадет хотя бы один волосок, я обрушу на них весь мир. Хватит, Мехримах, хватит. Мама, она же маленькая, такая маленькая. Она наверняка плачет. Она проголодалась, она не может быть вдали от меня. Госпожа, сейчас же уложи ее в кровать. Не стой столбом, Сюмбюль, зови лекаря! Все, Исманур. Доченька, не плачь, милая. Ты проголодалась. Не волнуйся. Не волнуйся. Мама тебя накормит. А кто же еще, Сюмбюль? Ясно, что это дело рук Шах Султан. Это она провела Нигер во дворец. Я так не думаю, госпожа. Если бы это было так, это непутевое сначала причинило бы вред вам, а потом Рустему Паше. Вся правда обязательно откроется. Госпожа.
Мирджанага, Нигер здесь? Куда вы ее спрятали? Что вы, госпожа? Я преданно и честно служу нашему повелителю. Как я могу укрывать предателя? Я прекрасно знаю, кому и как ты служишь, Мирджанага. Или ты сейчас же расскажешь все, что знаешь, или вместе со всеми, кто замешан в этом деле, лишишься головы. Простите, госпожа. Я к этому никакого отношения не имею. Поверьте. Нигер Хатун скоро обязательно поймают. И вот когда она запоет и назовет твое имя, тогда я посмотрю на тебя. Клянусь, тебе прольется кровь. В голове не укладывается повелитель. Как Нигер смогла пробраться во дворец? Там столько стражников, слуг, рабынь. Там все ее знают. Видно, ей кто-то помог. Кто бы ни стоял за этим, их имена станут известны. Я лично воздам им по заслугам. Непременно, повелитель. Я расследую это дело. Но не думаю, что за этим дерзким похищением кто-то стоит. Ведь смысла в этом нет. Кто и зачем станет похищать маленького ребенка? Паша, думаю, прав. Нигер Хатун на протяжении многих лет служила в гареме. Она знает дворец как свои пять пальцев. Видимо, она захотела отомстить таким образом. Рано или поздно мы все узнаем. Да. Повелитель. Как Мехримах? Ей нехорошо. Лекари дали лекарства. Сейчас она спит. Желаю ей поправиться. Надеюсь, Хюмашах скоро найдется. И Мехримах снова будет здорова. Аминь, госпожа. Моя Эсмагор. Моя бедная девочка. Не бойся. Мы уедем отсюда. Уедем мы очень далеко. Никто не сможет нас отыскать. Теперь уже никто нас не разлучит. Не плачь, милая, моя девочка. Госпожа. Успокойся, Хатун. Расскажи, что случилось. Я спала рядом с ребенком. Открыла глаза и увидела кого-то рядом с колыбелью. Было темно, я не разглядела. Когда хотела встать, меня ударили по голове. Я потеряла сознание, госпожа. Надеюсь, ты никому не рассказала обо мне? Нет, госпожа, что вы? Хорошо. Не болтай лишнего, Хатун. Не бойся и не пытайся сбежать. Не волнуйтесь, госпожа моя. Я ничего никому не скажу и никуда не сбегу. Можешь идти. Госпожа, вот видите, нельзя было доверять Нигер. Эта женщина сумасшедшая. Кто мог предположить, что так выйдет? Разве такое возможно? У Нигер рассудок помутился. Госпожа, она должна умереть. Если ее поймают и допросят, вы можете пострадать. Будь спокоен. Ясно, что я не могла отдать такого приказа. Кроме того, никто не поверит словам этой сумасшедшей. Неизвестно, что случиться может. Подумайте. Где ты видел женщину? Она сидела здесь, Бей.
госпожа. Ее загнали в угол, ей не уйти. Рассредоточьтесь, обыщите все кругом. Как прикажете, бей. Разойдитесь, будьте внимательны. С Хюмашах ничего не должно случиться. А эту женщину я хочу видеть живой. Если он найдет ее раньше нас, то сам с ней расправится. Чудо, что Нигер вообще до сих пор жива. Ее давно уже должны были убить. Убей ее ты, Бей. Не оставляй этому деспоту. Хатун! Стойте! Не приближайтесь. Иначе я брошусь вниз вместе с ребенком. Ну что? Напали на след Нигер. Очень скоро ее поймают. И она скажет, что это ты приказала. Повелитель это не оставит безнаказанным. Не беспокойся. Мирджан продумал любой исход дела. Один из янычаров убьет ее. Нигер Хатун, не делай этого. Малышка ни в чем не виновата. Моя дочь тоже была ни в чем не виновата, эфенди. Но ее у меня отняли. У матери. Я не смогла понянчить ее. Расцеловать, прижать к груди, ее отняли. Ты лгал мне? Ее убили, как и ее отца, Ибрагима Пашу. Нет. Я даю тебе слово. Я найду твою дочь. Клянусь. Нигер, отдай мою дочь. Если отдашь, уйдешь отсюда живой. Твои слова — это подлая ложь, Паша. Я клянусь тебе. Никто и пальцем не тронет тебя. Думаешь, после всего этого мне так уж хочется жить, Рустам? Ты еще не понял? Моя жизнь давно кончилась. Каждый вздох причиняет мне мучения. Я пришла во дворец, чтобы убить тебя. Я собиралась убить тебя и Хюрем Султан. А потом и себя лишить жизни. Так бы я выбралась из темницы, что зовется миром. Но потом я увидела ее. Мне захотелось ее увести. Далеко. Очень далеко. Я хотела уехать туда, где нас бы никто не нашел. Я бы вырастила ее. Она стала бы моей дочерью. Я хотела дать ей имя Исманур.
Не приближайтесь! А, не так! Рустем Паша. Насух эфенди. Нигер. Нигер. Все знают, что тебе пришлось пережить, Нигер. Но ты сама во всем виновата. Не нужно кого-то винить. Ребенок, что у тебя на руках, ни в чем не виноват. Он безгрешен, Нигер. Так же, как и твоя дочь, Эсманур. Безгрешна. Как ты можешь загубить жизнь такой крохи? Ты не способна на это. Девочка с такими же красивыми глазами и миленьким носиком, как у тебя. Это чудесно. Паша, вы только скажите. Я дам вам все, что вы пожелаете. Умоляю, не бросайте меня. Благословляю тебя. Счастливого тебе пути. Паша, что бы ни случилось, в горестях и радостях меня не покидала любовь к вам. Хотя судьба и оказалась ко мне жестока.
Всевышний сохранил нашу госпожу. Благодарю тебя, Аллах. Рустам, немедленно забери дочь и жену и отвези их во дворец. И уже никогда больше впредь не спускай с них глаз. Как прикажете, повелитель? Госпожа. Повелитель. Жизнь ценный дар, Хюрем. А если речь идет о жизни младенца, то его жизнь дорога вдвойне. Да не пошлет Аллах никому тоски и боли по своему ребенку. Аминь, Сулейман, аминь. Наконец-то Нигер наказана. Но плохо, что она умерла, так ничего и не рассказав. Ведь мы теперь никак не сможем узнать, кто отдал этот приказ. Все и так ясно, Хюрем. Я думаю, что эта женщина сама захотела отомстить. Разве ты не слышал, что сказал Рустем, Сулейман? Нигер шла во дворец, чтобы убить меня и Рустема. Собственно, она уже сказала все. Давно известно, кто враждует со мной. Я полагаю, что и за этим похищением стоят мои враги.